Assalamu alaikum. Selam Marshall Duşu, Marshall Oil, Steep Gamer канал. Ой, Хузар, да продолжит Ирдвор. Одни из нас. Игра чок-то. Она хамка и живой момент тебя. Ого, видится, но Лена у вас тут лучше, чем я. Ого, смотри. Цикады. В смысле, настоящие. Да, вижу. Прости, я... Я что-то забыл. Полезу, осмотрюсь. Турбо Кариван. Я хостом больше. Хостом я вообще только жду. Улучшение холодного оружия. Улучшением... Улучшенным холодным оружием можно убивать врагов с одного удара. Но улучшение обладает ограниченным запасом прочности. После определенного числа ударов оружие сломается. Мигшель, да? Да. Переходите провалы по доскам. Междел я штартянец, да. На провал мы за госу. Ушли я целая. Ага. Забыл. Поясно, куда вот это есть. Легко загревадила. Алло, алло, я залегш. Это ты, Билл?
Где вы встречались? А? Когда как? Ты здесь раньше не бывал. Я знаю, что он тут живет, но... Да, я здесь не бывал. Думаешь, он там, где дым? Будем надеяться. Что ж, тогда пошли, узнаем. Ну, пошли. Спускайся. Смотри под ноги, не свались. Куда я маюсь? Стала опасна медкривор. Черт. Закрыто с другой стороны. Так, подсади меня. Нет, нет, этого еще не хватало. А как иначе? Я-то тебя подсадить не могу. Ладно, иди сюда. Вставай. Все нормально. Теперь открой. Одна ни шагу, поняла? Ладно. Тише, тише. Так. Ну вот. Та-дам. Молодец. Спасибо. Так, Энзо. Допустим, твой приятель даст нам машину. А потом? Потом мы поедем к Томе. Это который твой брат? Гораздо важнее, что он был с цикадами. Знает, где их искать. А, ясно. Только он далеко, поэтому нам нужна машина. О, посмотри. А ты что, играла? Нет. Но одна подружка мне про эту игру рассказывала. Там вроде была героиня по имени Angel Knives и... Ну, короче, типа она сначала била ногой в живот, а потом отрывала башку. Никогда не любил такие игры. А я бы попробовала. Записка о периметре.
Эти чертовы зараженные подобрались почти к самой церкви. Похоже, придется еще раз проверить все на слабые места периметра. Даже как-то грустно. В смысле? Ну, здесь только музыки, и никто ее не слушает. Это как-то неправильно. Ах ты... Это еще что за фигня? Заминировать динамитку. Билл ловушек наставил. Твой друг параноик, да? Мягко говоря. Нафига он нам сдался? Он помогал нам заниматься контрабандой. Знает, где что достать. Осталось не взорваться на пути к нему. Просто смотри, куда идешь. Билл стреляет из лука? Наверняка. Я неплохо стреляю. Давай стрелять буду все-таки я. Я могла бы защищаться, прикрывать тебя. И не мечтай. Все чисто, залезай. Ого, я залезал. Да, пожалуй, сработает. У вас начало, да? У вас мотовое. Блин. Все уже воды, озовы воды.
она у вас белая? Леса, где? Вел, давай, ламе, гармаду. Вех, мой малая, он из приселца лучше, да, холлешта лучше. Теперь слушай. Предупреждаю заранее, Билл не самый адекватный человек. Поэтому, когда мы его найдем, говорить буду я. Поняла? Поняла. Это очень важно, он не любит чужаков. Ладно. Билл нормальный мужик. Просто ему нужно время, чтобы к тебе привыкнуть. Вот и все. Тяжкою. Видишь растяжку? Смотри, не задень. Пригнись как следует. А я куда это? А я камоны. Это легко. Это левое. Блин, видишь? Ши, я подам. Топчет он, я хватит. Отойди в сторонку. Ни хрена себе. Офигенные штуки. Ну, как вариант. Оля, соседаешь. Давай, я слушаю. Бар, патрон, кривой. Так, видишь? Назад. Идем. Держись рядом. Еще одна гребаная ловушка. Вон холодильник. Это противовес. Сейчас. Тебе надо перерезать веревку. Ладно. Ай! 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 Ай!
Да будет. Прицел же ого. Yeah.
Ella. Кацела? Да. Продолжай. Вот патроны. Спасибо. Зараза. Это Ugh!
Aizlūdzām šo apšē. Vairā vadarbie darb, dē. Šādā udara dojas reza. Вот, давай. Не тормози! Водорби, да. Они поперли через дверь! Я так и знал. Валим их! Другого пути нет! Эли, постой! Не лезь! Наш герой-спаситель. Я Элли. Эй, вы что? Джоэл! Билл! Ты спятил? Билл! Пусти! Быстро, на колени! Билл, успокойся. Я сказал, ладно. Встать на колени! Я не шучу. Я... Да остыньте. Фокусы есть? Нет. Что-нибудь растет? Все нормально, отвали! Сиди и не дергайся. Стой! Ах ты, паскуда! Доволен? Я доволен. Вы заявились ко мне, разрядили все ловушки, чуть не сломали правую руку. Нахрена ты притащил эту соплячку? Не твое собачье дело, а ты кое-чем обязан Джоэлу. Может, снимешь с меня эту хрень? Я обязан Джоэлу. Это что, шутка?
Перейдем к делу. Нужна тачка. Да, точно, шутка. Тачка им нужна. Да, даже если б и была у меня тачка, с чего бы мне ее отдавать? А? Валяй, Джоэл, найди и возьми. И последнюю жратву тоже прихвати. Ну тут от тебя точно не убудет. Послушай, засранка. Да пошел ты, старый хрен. Элли, сейчас же закрой рот. Ясно? Пусть я тебе и обязан, но не настолько же. Настолько, Билл, настолько. Все равно машины на ходу нет. Но в городе должна быть. Части. Там только запчасти. Значит, из них можно собрать тачку. Ладно. Я возьмусь за это. Но мне нужны детали. Так. Они в городе, вот здесь. Вы находите их, а я постараюсь собрать вам тачку. Только после мы в расчете. По рукам. Все равно мы со дня на день сдохнем. Так, за мной. В городе до хрена ловушек. Так что не отставать. Вот радость-то. Прекрати. Так, берите все, что может пригодиться в пути. Советую запастись по полной. Спасибо. Элли, посмотри, нет ли чего полезного. Ага, договорились. Окей, okay, her video, дай улитеровой. Аусарн, Беркл, Адекел, Маршал.